Эй, праздник отставит. Ну, одевать надо ведь? Да, на подарок бабуля берет, да? Да. Сегодня товар, который обычно не сильно пользуется спросом, уходит на раз. Так уж повелось в нашей стране. Это женщинам дарят цветы, а мужчинам носки. Ну вот дешевые носочки берут. Мужчины не заслужили, дорогие. Они только дешевые. Мужчины сложили носочки. По 25, по 30, а дороже не берут им. Продукты на праздничный стол сегодня стоят дороже обычного. Правда, разницу в 5 рублей, пребывая в праздничном настроении, мало кто замечает. Ой, мы сходили с мужем на Лебяжье, на лыжах покатались уже. А сейчас праздничному столу я балиш испеку, капустку. У меня и внучок любит, и муж любит, и сын. Обязательно, как без балиша. Лапшу грибную обязательно сделаю. Ну, все, я думаю. А вот Накип Гарипов сегодня встречает праздник в одиночестве. 25 лет назад он отслужил в армии, а поделиться воспоминаниями не с кем. Семьи у мужчины нет. И даже заслуженный выходной, который он собирался провести дома, испортила капризная февральская погода. Вот перед праздником снег навалило, придется работать. Сегодня в честь праздника на рынках и в некоторых магазинах города всем мужчинам делали скидки. Но не это главное. Как показывают данные соцопроса, главные герои сегодняшнего дня ценят вовсе не подарки, а дорожат гармонией в семье. Всех мужчин поздравляю с праздником, Днем защитников Отечества. Желаю всем здоровья и пусть будет у нас мирное небо над головой. Поздравляю всех мужчин с праздником, желаю им всего самого наилучшего. Много здоровья, конечно же, если будет здоровье, будет все. Поздравляю всех наших мужчин, защитников наших с праздником. Желаю здоровья, счастья. Екатерина Нерушкина, Айгуль Низамутдинова, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».